Привет! Сегодня покажу, что такое Фенрир и как его сделать. Жители мира Му Онлайн используют Фенрира в качестве быстрого средства передвижения, а также как оружие, а его возможности дают вам значительное преимущество в схватках с врагами, то есть в PvP. Очень эффективен в осадах Castle Siege, ну и других PvP-сражениях. Для того, чтобы изготовить Фенрира, нам придется пройти через три этапа варки у гоблина. Для начала вам надо собрать 20 штук Splinter of Armor. Они падают в Crywolf в начале. Там же падает Bless of Guardian, тоже 20. Ну что ж, собрали 20 штучек и пошли делать комбинацию Piece of Horn у гоблина. И вот наш Piece of Horn. Если вы думали, что все будет так просто, не тут-то было. Нам надо сделать 5 таких штучек. Да, для второго этапа, чтобы сварить Broken Horn, нам нужны 5 Piece of Horn, а также 10 Clave of Beast. Находим это в Крайвульфе, только это уже на последних монстрах, в конце этой локации. И после того, как мы сделали Broken Horn, давайте, собственно, сделаем красного Фенрира. Это первый Фенрир. Вставляем Broken Horn, 3 лайфа, 1 чаус и еще 10 миллионов зен мы должны с собой иметь. И вот такая комбинация даст вам возможность сварить Horn of Fenrir. Также вы должны знать, что существует 4 вида Фенриров. Например, красный Фенрир не обладает никакими дополнительными особенностями. Ну а уже синий Фенрир добавляет 10% к вашей защите от наносимого вам ущерба. И черный Фенрир добавляет 10% к силе вашей атаки. Внимание, также существует золотой Фенрир. Его можно приобрести в Castle Siege. Вы должны сражаться на нем во время осады и, конечно, победить. Таким образом, ваш синий или черный Фенрир превратится в золотого Фенрира. Еще одно преимущество Фенрира по сравнению с другими петами — это то, что его можно починить. Да, Фенрир питается Javelin of Bless. Просто возьмите камень и киньте его в вашего Фенрира, чтобы починить животное. Успешность лечения меньше 100%. Поэтому жизнь Фенрира при использовании Блесса может остаться на том же уровне, а сам камень пропадет. Но не думаю, что это для вас будет большой проблемой. На этом все. Желаю всем удачи и увидимся в игре.